На конкурс дети читают стихи. Золотарева Мария, 16 лет. Город Сарапул. Николай Заболоцкий, некрасивая девочка. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлены в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, поймет, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Не верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Не верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит. Всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение. Младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?